И сегодня члены товарищества офицеров «Сына Отечества» встретились с поисковиками Чувашии. Речь шла об исторической памяти и о преемственности поколений. Поисковое движение в Чувашии активно развивается. С каждым годом все больше молодых людей вступают в ряды поисковиков. Ребята участвуют в раскопках, благоустраивают воинские захоронения, памятники. Одно из важных направлений – работа в архивах и с базами данных. Поиск родственников погибших воинов, считавшихся без вести пропавшими. Очень много солдат, которые находятся в книгах памяти, числятся пропавшими без вести. А по современным интернет-источникам мы узнаем, что эти солдаты, кто-то даже вернулся домой, то есть не погиб. В августе мы планируем выехать на обучающие раскопки, а также изучать уже дальше книги памяти. Поисковики республики ведут свою деятельность на протяжении нескольких лет. Только в прошлом году было проведено десяток экспедиций. К примеру, в Заволжье поисковики отряда «Память» Чувашского госпедуниверситета обнаружили железобетонную оборонительную точку времен последней войны. Вместе с ней и использованные боеприпасы. Члены генеральского клуба оценили труд поисковиков как полезное, нужное и благородное дело. Нужно привлекать к этой важной работе как можно больше молодых людей. Ведь в России нет и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этом постоянно говорит и Владимир Путин. Именно этому уделяют огромное внимание офицеры, выходцы из Чувашии. Патриот – это человек, который любит родину, отчизну и готов защищать. И, конечно же, очень важно, чтобы дети вот эту мысль пронесли в свое там, сердце, в своем сердце, в душе. Мы вот в основу своей работы ставим как раз вот эту цель первую – военно-патриотическое воспитание молодежи. Хотя у нас перед организацией и другие цели есть, ну, например, что мы помним свои корни, что мы из Чувашии, второе – взаимопомощь военнослужащих. Но вот это третье направление – работа с молодежью, воспитание молодежи в патриотическом плане – стало основной, доминирующей. Члены товарищества офицеров «Сына Отечества» – частые гости в школах, колледжах, библиотеках, везде, где собирается молодежная аудитория. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, «Республика».